Ребятки, это просто какой-то кошмар. Как будто пианино играет. Ужас какой. В крови, блин, ребятки. Я надеюсь, это не на нашем телевизоре, а там. Ух, да, или... это там на заставке. Ё-моё. Так, ребятки. Блин, все красным просто. Ё-моё. А вот и они, смотри, какие они жуткие. Он тут такой злой. Почему Кеша злой? Я не знаю, смотри, это тучка. И он тоже вроде... Ну, обрати внимание, здесь есть глаза. И он не во мне. Есть. Так, а это лисичка, да? Да. Блин, ребята, все герои в сборе. Рассказывает. Да, да, что-то рассказывает. Она с фонариком. Что-то показывает, смотри. Свои большие лапы. Походу. Так, тучка, так. Кажется, испугалась, она в недоумении. Смотри, кого-то страшного она показала. Ё-моё. Ой, ужас какой. Ё-моё, ребятки, вы видели? Да, блин, я испугалась. Почему тучка был такой страшный? Он как будто кого-то съел, у него просто кровь шла, да? Да. Ё-моё, ребятки. Блин, ну, мне, просто эта музыка не нравится. Она меня как-то сводит с ума, мне страшно. Да, я блин, тоже она боюсь. Такая жуткая, да? Да скажи, как в страшилках. Согласен, согласен. Блин, очень жаль, а почему они не сделали они что? Они сидят у костра. Да. Может, сейчас все загорится? Возможно, блин, на флешке же там огонь был, да? Да, и тучка, и как раз тучка сидит у огня. Так, ребятки, а вот и пасхалочка, походу. Куда он пошел? Куда пошел Кеша? Не знаю. Он остался один. А да, нет. Пришел. Так, он потушил огонь. Чтобы ничего не загорелось. Да, походу. Блин, музыка вообще, да? Да. Вообще нагнетающая. Так, ну что, куда-то они идут, мимимишки, куда-то идут, ребятки. Куда вы? Так. И что? Что происходит? Не знаю, смотри. Там что-то какое-то... Ё-моё! Да, теперь этот медведь. Так. Что это? Так, он почему-то убегает. Кому он увидел? Что случилось? Не знаю, кого-то зовет, что ли. Говорит, помоги мне, Кеша, да? Не знаю. Ты умеешь читать по губам? По медвежьим нет. Так, ребятки. Что тут? Они как будто я не знаю. Или я не знаю. Вижу. Так, они куда-то опять идут. Мне кажется, или они идут ночью. Возможно. Как будто там темно. Да, и это ведь луна. Луна, а да? Ребята, вы видите луну? Блин. Зачем они вообще ночью вышли на улицу? Без это понятия, же опасно. Я согласен. Ходить без родителей нельзя. Очень-очень страшно ходить ночью. Блин, ребятки, не ходите ночью никуда, никогда. Это жуть полнейшая. Смотрите, что сейчас что-то случится. Что-то замышляет Кеша. Что-то случится с мимишками, да? Да. Блин, мне уже жутко. Кеша, куда ты ведешь тучку? Куда вы пошли? Что ты хочешь? Блин, ребята, куда они пошли? Смотри. Так. Ё-моё, опять этот медведь. Что ж такое? Блин, он просто жуткий. Нагнетает ужас эта так, вставка. Так, они опять куда-то пришли. Какие-то глаза, блин, в дереве. Да? Ты думаешь, это дерево? Может, это дерево питается глазами и как раз съело глаза. Смотри, они убегают тут всех напугал. Они тарабаем дверь, блин, ребятки. Откройте. А, они к лисичке пришли. Ё-моё.